Вот, друзья, это сразу 4-5 секунд здесь растет. Ой, здесь еще 2. Вот так их растут. Сейчас пойдем. Там. Здесь 2 секунды, а между ними есть место, чтобы пройти. Но похоже, я немножко толстый, мне будет трудно пойти отсюда. Еще здесь 3 секунды, между ними можно пройти. Вот. А это между ними. Сейчас поднимемся и посмотрим наверх. А там Абу, он сегодня один ходит. Абу, что там есть? А вот здесь медвежья нора. Но медведь сейчас не здесь. Он пошел на охоту. Скажу всем, что очень-очень замечательное место. Посоветую, кому есть шанс прийти посмотреть, пусть придет. Здесь очень классно. Сейчас мы посмотрим одну секунду, он очень больной. У него есть рак. И мы собираем деньги, чтобы лечить его. Вот. Это или рак, или секунда грипп. Подожди, я фоткаю. Он как гриб. Грибок, грибок. Да нет, это не грибок, это реально гриб. Серьезный гриб. Видите? И, кстати, у нас есть еще одна идея. Здесь много обгоренных вот деревья. У нас есть версия, что это от мольни. Это 100% из мольни. Что, вот так у него там все. Один дерево из полностью. Вот. Может, это от мольни. Он так чернеет. Вот. Но еще от него сок идет черный. Это тоже 100%. Сок идет. Потому что он очень большой. А как мы знаем, мольни бьют тут всегда там, где больше. Вот. Но он сперва дерево. Ты скажи, что мы сейчас находимся на уровне это 3000 метров. Больше 3000 метров. Здесь первый ударит мольни, потому что здесь из равнины мы высоко 3000 метров. Из воды. Из океана. Ну да, из океана. Ну как интересно, внизу
как бы загорели, а вверху все нормально. Это большое дерево, поэтому молния не может так ударить, что он полностью загорел. Да. Ну там есть маленькие деревья, 100%. Вот, посмотри, один там есть. Сейчас я. Вот. Это 100%. Этот секвойя умер из-за молнии. Когда гроза бывает здесь, а молния здесь, знаете, в Калифорнии, если бывает, секунду или, не знаю, там за минуту почти 1000 молний ударят это. Этот показатель этот? Да. Вот тот еще тоже больной секвойя. По-моему, тоже. Это не знаю уж. Да, но интересно, это как рыба, посмотри. Внизу очень тонкий, ты, ты смотри, Левон, я только что заметил. Иди отсюда, посмотри, знаешь, на чего похоже это? Чего? Как большой мухиная голова, муха. Смотри, вот, смотри, глаза и там этот. Да, в принципе. Да. Смотрите, вот этот. И это глаза, муха, а это как будто рот, да, морда. И этот шея, не шея, этот, как называется. А вот это здесь его язык, он что-то сосет из земли. По-моему, нефть сосет. Да, что-то модно стало. Вот, смотри, это я показал там на видео. Что-то. На видео показал уже вот. Это дерево. Вот это 100% из вот этот молния. Разрушенный. Молния это. Там еще внизу вот так лежит. Там. Там еще вот там дерево лежит тоже. Он вот здесь. Он вот покажи. Он как будто снутри как будто он бум так взорвался. Вот смотри. Смотрите, вот, сейчас вот, здесь. Это корни. Нет, это не... Деревья. Нет, вот, идем там, я один видел. Там еще есть, да, сейчас не один сам. Да, ну да. Вот это... Это моя версия, я так думаю, что... Не знаю, может, я ошибаюсь, но это 100% это дерево горело за вот, а сюда, вот этот молния ударил. Как и с одной стороны, потому что вот его корни с одной стороны, оно, да. С другой стороны все хорошо. Почему мы так думаем? Потому что здесь был огонь, погорели бы все. Да. И вот так не осталось ничего, и, а здесь разбито. Вот там маленькие он деревья, если бы был огонь здесь, там это дерево горели бы. Но... Даже маленькие, может, тогда не были, но вот большие 100% загорелись. Ну, это здесь всегда есть, не знаю, какое время года вот здесь это. Начинается стало углем, молния. Стало углем, вот. Угли. Но это не секвойя, это... Смотрите. Это не секвойя. Секвойя всегда чешуя, но это ёлка. Это не секвойя. Вот не все равно, это умер из-за удара молнии. Да. Ну что, ребята, сейчас пойдем там, где можно на машине внутри дерева ехать. Нам сказали, что может его уже... Там он разбился, его нет. Но еще один человек сказал, что есть. Посмотрим, кто был прав. Пойдем там посмотрим. Окей. Сейчас здесь закончим. Потом сразу включимся. Окей. Friends.
Արա անգլերեն ո՞նց են ասում բան։ Կայծակը։ Վաու։ Էսի։ Այս մորսի, նույս դաս, not dog, that is very big. But it's okay what that's doing photo. Oh yes. No, this is sequoia or this is no. Because know. Here have a two tray. Have a sequoia and New Year's. That's New Year. New Year's Shara Ban, Christmas tree. Christmas tree. Oh yeah. Christmas tree. No, sequoia is family Christmas. It's a red. That's standard. Oui. Yeah. No, here have a this is banner. Yeah, this is New Year's. That's the clear. Yeah, it's red. Right. I don't know. That's why. Hey, up. Is in the car. Up. Oh. You don't need a pen, Papa. Photo. No, I'm not using a pen. I'm Beer. You beer. Okay. It's fire start, I think. Or which one calling English that? That is, yeah. Which one calling that? I don't know. Yeah. I think. My idea does. My and my friend, because more I missy, it's every square have a block. There's fire, yeah? Some fire. You not understand. Where is his block? Yeah. Now I thought here one C tree is also boom. Mm. Oh my god. That's time you understand them because he's very big, yeah? That's coming big. Ada very big there, yeah? Energy. Come on to us. See just maybe if very mean actually. Mean actually I'd not zero. Вот сейчас для вам покажет. Это Можно так ударило, а это большая шишка. Можно так ударило, смотрите. Внутрь половина и дальше больше загорелось. Это он не... Это не был пожар, как таковый. Нет, это удар. Немедленно оно горело. Это от удара просто. Стало пылью, углем стало. Остальное посыпался, а что не загорит, сейчас я вот приходи. Сейчас я подхожу. Смотрите. Оно... Смотрите, как горело дерево. И этот, что мы говорим, черная как бы вода этот приходит. Это, по-моему, это не черная вода, просто его этот хеш как-то выходит. Вот и смотрите. Встречается этим загоревшим частями. Становится цвету черного. Но это огонь не был. Если бы просто пожаром, здесь все бы загорелся. Mm-hmm. Это от удара внутри. Это... То сейчас, откуда энергия, как пошла к земле, вот эта часть все загорела. Вот смотрите, здесь ничего нету. Вот этот сохранился. А там даже внутри там открыто. Могу снимать там, подожди. Да. Внутри все загорелось. Вот. Значит, этих больших сирей убивает только молния. Молния, да, конечно. А здесь... то вредители их принесли, съели. Нет, нет, братан, это 100 худого молния. Ну, давай еще немного отсюда поснимаем, поняли, что... Вот. А здесь ничего, видишь? Обычные корни. Никогда не подумаешь. Да мы сами не знали, случайно повернулись там и увидели, что они полностью загорелись. Не полностью, половина. Не половина, да. Это, не знаю, может через 2-3 лет или... И как интересно, эти секвои, они не поднимаются и все тоньше, тоньше не становятся. Они так большими поднимаются и там как бы заканчиваются. И это тоже может быть. Скажем, ёлки, они медленно заканчиваются. Они так большие и поднимаются, и не становятся тонкими. А просто заканчиваются там. Если смотрите,
выходит и просто заканчивается. Вот, ребята, мы нашли это дерево. Okay. Это сикё, что лежит, и через него можно идти. Так что мы через него идем к новому миру. Вот, смотрите, мы идем под деревом. Который старше 1000 лет. Вот, смотрите, ребята, упавшая сикоя. Смотрите, как он большой. Вот там корни. В 1930-х годах, когда он упал, на нем стояли две машины ретро, так. Вот там, там есть история. Вот. Там сейчас буду пойти и снимать, вы увидите. На этом стояли две машины. Ну, ретро-кар. То есть ретро-автомобиль. Не знаю, какой модель. Но там... А вот это, смотрите, начинается... Ну, начинается оттуда, вообще-то. Я не могу там... Не знаю. Вот. Сейчас я пойду. Начинается оттуда, вот, оттуда это дерево. И вот сейчас я, а вот там еще большое, смотрите. Сейчас смотрите, вот, смотрите, куда идет. Вот, длина. Сюда едет, вот, едет, едет, и там I'm here. Кайлите. Но фото эманом, видео чеманом. Но, но. Кайни фото эманом. Вот смотрите, здесь уже у нас горит сикоя. Вот. Внизу, по-моему, не горит. Огня нету. Оно горит вот снутри. Я не знаю, это специально кто-то поджигает или эти деревья сама променится, сама сгорающие деревья, не знаю, уже не понимаю, но вот, оно горит, дымит, как печь, и сверху. Только он. Он не горит, он просто дымит. Как паровоз дымит.